Всем привет, ребята, Кента ПК на проводе. И, ребята, внимание, внимание, внимание. Перед началом данного видео я разыграю один бесплатный аккаунт с тычками. И чтобы, ребята, его получить, вам надо первое, поставить лайк. Второе, подписаться на мой канал. И третье, написать хороший комментарий. Ребята, все предельно просто, и аккаунт с тычками ваш. Лайк, комментарий и подписка. Все, изи-бризи. Ну что же, ребята, а мы начинаем смотреть мое видео. Поехали! Приветик всем, ребята, Кент АПК на проводе. И я вам, ребята, покажу такие обновления, что если их добавят, мы все вместе с вами, ребят, будем просто орать от радости, потому что это просто полная жесть. Ребят, смотрите внимательно. Добавить новое оружие, миниган. Вы только представьте, как бы это было круто. Ребят, посмотрите внимательно на его характеристики. Урон, скорострельность, точность, патроны, максимальная патронов, мобильность. Блин, ребят, да это лучшее оружие было бы на планете Земля. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, кто хотел бы это оружие. Потому что, ребят, я не знаю, как вы, но я просто о нем мечтаю. Посмотрите, какой он красивый, какой он классный. Блин, ребят, вот вы просто обязаны за это поставить лайк. Обновление номер 2, ребят, часто бывает, что я играю с кем-то на серверах, но кто-то с моей тимы АФКшит. Вот как они меня бесят, ребят, вот бесят эти АФКшеры, я хочу нормально поиграть, но из-за них моя команда проигрывает. Поэтому, ребята, предлагаю добавить такое обновление, что если кто-то АФКшит больше 10 минут, чтобы его просто-напросто кикало с сервера. Обновление номер 3. Это, ребят, добавить туман. Ну, согласитесь, от тумана нету ничего плохого. Наоборот, только круто. Я считаю, что туман полезное обновление. Знаете, и было бы классно, если бы, знаете, если бы кто-то снимал сериал и при этом добавил туман. Блин, ребят, да это было бы вообще лучший сериал на планете Земля. Так что тоже очень крутая идея. Напишите, пожалуйста, ваше мнение по поводу этой идеи, ребят, снизу в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ну и наша четвертая идея, это, ребят, добавить подарок. Ну вы сами понимаете, что, к примеру, мне каждый раз донатить на открытие кейсов, ну это, ну, чуть-чуть затратно, да? Мне не сложно, но, ребят, это чуть-чуть затратно. А вот если бы каждый из вас мне, допустим, дарил бы там по 50 BS коинов, а вот это уже было бы круто, да? Кто-то мне отправил там 50 голды, к примеру, кто-то 100, кто-то 50, кто-то 1000. Я оп-оп. Снял открытие кейсов. Блин, ребят, это было бы очень профитно и очень круто. Или вы, например, решили поздравить друга с днем рождения. У вас нету денег, чтобы подарить ему реальный подарок. Вы ему просто отправили бы с голды и говорите: братанчик, с днюхой. Я думаю, он будет доволен, ну и вы сэкономите. Так что, ребят, я думаю, что эту идею тоже надо добавить. Ну, в принципе, на этом все. Ребят, пожалуйста, напишите ваше мнение по поводу всех этих идей в комментарии. Напишите, пожалуйста, вашу любимую идею. Напишите, что вам понравилось больше всего и почему. Ну, в принципе, на этом все. С вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.